Ветераны спецслужб научат мирнинских преподавателей эффективным методам патриотического воспитания. В Мирном организовали семинар на эту тему. Дело в том, что выходцы из элитного спецназа ФСБ более 20 лет ведут всестороннюю подготовку подрастающего поколения, и сейчас они активно продвигают свою программу, также методику в регионы. Подробности у Романа Муконина. Искажение истории, разжигание межнациональной розни и даже пропаганда терроризма. Все это угрожает сегодняшним школьникам. Как помочь подросткам разобраться в море подобной информации? Преподавателям школ и вузов региона рассказали ветераны спецслужб патриотического центра «Вымпел». Они приехали в Мирный по приглашению комитета молодежи района, чтобы помочь местному военно-патриотическому движению в теоретической работе. Сегодня в центре «Вымпел» ребят готовят и физически, и морально. По словам преподавателей центра, молодежь должна уметь не только владеть оружием, но и думать грамотно и рационально. Свою помощь в воспитании подростков «Вымпел» предлагает регионам. Навязывать себя никому не пришлось. Районный комитет молодежи принял предложение центра «Вымпел» о сотрудничестве. Документ подписал и директор МРТК Владимир Березовой. Для колледжа это станет новой ступенью в развитии военно-патриотической подготовки студентов. В деле ребята из Мирного проверят уже скоро. Первый студенческий десант из региона отправится в подготовительный лагерь центра «Вымпел» в Волгограде уже в начале января. Договоренность об этом уже достигнута. Роман Муконин, Роман Ларин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».